Четверг, 20 апреля, время 10:40. Мы готовимся отходить от причала Марины Яхт Классик Отеля и сейчас пойдем к острову Гимилер. Пока не очень сильный ветер, есть возможность рассказать про то, какие у нас паруса. У нас вооружение типа бермудский шлюп, это значит у нас косые паруса, есть грот, мейнсейл и есть стаксель, в нашем случае Генуя. Это передний парус, но у нас Генуя. Генуя отличается от стакселя тем, что дальше, вот этот край дальше заходит сюда, глубже в лодку. Идем сейчас против ветра острым курсом. Ветер вот примерно оттуда дует, поэтому паруса у нас приведены ближе к центру лодки. И получается, они сейчас работают... Ой, это уже очень сложно. Большое дополнение про паруса. Теперь мы идем полным курсом, то есть ветер дует нам в спину примерно вот отсюда. Поэтому мы растравили паруса. Вон у нас Генуя, она выходит за границы лодки. Грот, мейнсейл тоже потравлен. Подходим к острову Гимилер. Если я не ошибаюсь, то вот это он. Но сначала мы пойдем и посмотрим, что за ресторан Карачао Рен, где мы планируем стоять ночь на буе. Посмотрим, насколько там удобно и можно ли там остаться. Подходим к ресторану Карачао Рен. Рядом с ним находится вот этот небольшой островок, на котором можно разглядеть руины. А вот и наш ресторан. Рассказываю про швартовку на буе у ресторана Карачао Рен. Вот этот ресторан. Мы к нему подошли, позвонили по телефону. Мужчина сказал, что сейчас выходит на лодке, нас будет встречать. Подошел к нам, сказал следовать за ним. Мы вот дошли до этой бухточки. Здесь отдали ему заранее подготовленный швартовочный конец. Он его завел за вот этот буй. Отдал мне один конец, я зафиксировал на утке. Потом отдал второй конец, я зафиксировал на утке. И все, он сказал, когда захотите обедать, ужинать или просто погулять, то звоните мне, я подойду на лодке и вас заберу. Мы поняли, что рановато мы встали на буй, потому что мы хотели еще посмотреть остров Гимилер. Так что мы надули деньги и поплывем сейчас на деньги осмотреть Гимилер. Яхту оставляем на буе. Пришвартовались у острова Гимилер и совсем забыли, что вход платный. Вот здесь нужно заплатить на входе 50 лир. К счастью, у нас было немножко с собой долларов. Мы смогли здесь их поменять и заплатили. Церковь 5 века. Но к ней нельзя подходить. Огорожена. Вон там вот мы стоим на яхте. И вот это все расстояние мы проехали на тузике. Еще одна церковь 7 века. К ней уже можно подойти поближе. Ласточки летают. По преданию, эти галереи строили для какой-то принцессы, которая здесь жила, и у нее была непереносимость солнца. Поэтому, чтобы она могла гулять, строили вот такие вот крытые ходы.
Ну, раз уж начал рассказывать, расскажу все, что знаю. Еще говорят, что на этом острове был впервые похоронен святой Николай, который Санта-Клаус. Впервые, потому что сейчас он захоронен в каком-то другом месте, но вроде как первоначально его могила была здесь. Сначала посмотрим, что за туннель. Вот такой туннель. Он же вид сверху. Еще один туннель. Этот сохранился получше. Да, неплохо. А вон и козы. Видишь? Какая-то ванночка. Может быть, здесь и лежал святой Николай. Помогает на кирку ставить. Ну, видишь, они это с лодки делают, причем не надувной, а не динги, а такая. Катерок. Ну, вот так все видно. Около острова Гимилер яхта швартуется таким образом, с оттяжкой на берег. Вот он, бросил он якорь уже? Да, он уже бросил якорь. И теперь его швартовывают, тянут на берег, чтобы на берегу его натянуть. И он растянется спереди на якоре, а сзади на швартовых, которые на берегу закрепит. Ну вот мы на самом верху. Маяк, бухточка, где мы стоим, где ресторан. А вон оттуда мы начинали подъем. Время 5:30, мы идем обратно, чтобы сейчас сесть на динги, дойти до нашей яхты и позвонить мужику. Он заберет нас и отвезет на ужин.
выбрались на лодку, привязали ее. Сейчас пойдем ужинать в этот ресторан на их лодке. Оказывается, позвонить нельзя в ресторан, чтобы нас забрали. Хозяин уже уехал. Он сказал, свистите. Вот мы достали спас-жилет и свистим. Пока без результата. У тебя опять лицо из Кубанского театра кричит. Да? Вот это за нами. В другой стороне есть совершенно замечательный аквариум с огромным лобстером, какими-то жуткими рыбами. И где-то морская звезда еще, да? Вот она. Гуси. Вот. Пес. Рыба эмберджек. По-русски называется, по-моему, желтохвостик или что-то такое. Он же, а у Саши группер. Группер? Группер. Сегодня у нас вот такой розовый закат. Вот меню. Мы втроем здесь поели на 2000. Брали еще кока-колу, чай. Ночь на буе прошла спокойно. Всю ночь покачивало примерно вот так же, как сейчас. И под такое покачивание спится очень хорошо. Примерно как будто едешь в поезде. Комары с берега до нас не долетели. Никто нас ночью не беспокоил. А утром мы просыпаемся под чудесные звуки пения петухов.
вчера мы забыли показать, как мы спускали деньги на воду. Ну, покажем, как мы его поднимаем, а спускается он просто в обратном порядке. Для этого у нас есть спинакер фал. Это конец, который никак не используется. Он нужен нам для подъема спинакера. Но спинакера у нас нет. То есть в том, что этот фал идет на топ мачты и спускается вниз. Поэтому мы можем крюком зацепить лодку и просто поднять ее вверх, руками затащить внутрь. Сейчас покажем, как это работает. Для начала нам нужно снова спинакер фал привязать к лодке. Так, ну, наверное, достаточно. Саша сейчас закрепит этот конец спинакер фала на носу лодки. Готово. Теперь можно его здесь обратно добирать. Перекинь, он пройдет сейчас сам через красную цепь. Ну вот, стало тяжело. Теперь надо просто покрутить лебедку ручкой. Набиваем спинакер фал, и он тянет за собой лодку. Жди, стой. Стой, чуть назад. Есть. Обратная процедура. Потравливаем. Давай, трави. Давай, пока она не легла. Вот и все. Если прокрутить это видео назад, будет инструкция, как снимать деньги с лодки. Отдаем швартовы, которыми мы закреплены были на буе у ресторана, и идем в гёчек. Снялись с буя, оставляем позади ресторан Карачао Рен и идем сейчас на заправку в гёчеке, потому что в 4 часа сегодня нам уже нужно отдавать лодку, а перед этим нужно еще заправиться.